И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы будем изучать чистки. Первую чистку я сделал. Да, то есть была первая новая чистка. И сейчас вышел новое видео. Ссылка будет в описании, понятное дело. Я по нему сделал вот этот, чисто богатый, сделал... Вот эта крепость. Единственное, что он сказал, чуваков можно поставить, чтобы все влезли через двери. Да что-то как-то и здесь у меня 6 влезло. Все они стоят на охране и атакуют всех. У всех идет пика. Так как у меня ПВЕ, на них яд от ядовитых стрел работать не будет. Газ. Не зря газовые сферы собирал все это время. То есть работать это на них не будет. Я проверял сначала на своих мелких, потом проверил на этих, прям хорошо. Потом проверил на таких чуваках, которые вон там дохнут вообще хорошо. Любые звери, то есть все дохнут, на моих это не действует. На меня действует, на остальных это не действует. Очень даже в этом плане хорошо. Взял сферы, посмотрим, может их покидаю. Почему бы нет? Вот. И что у нас здесь? Во-первых, я пробежался. Я выполнил квест на шмотки. Как же она там... Во! То есть, гордость асов. Я этот квест выполнил. Все из-за того, что я пытался найти эти сундуки. В итоге я, короче, нашел, точнее, выполнил квест на доспехи, но сундуки только 2 можно было поставить. Ну и решил с кошками не заморачиваться, кошку вторую притащил, как бы, и все. Сейчас у меня здесь много всякой гадости. Это тоже в сравнении гадость. В сравнении с остальным, то есть вот серебряные монетки ни о чем и золотые. Так, слиток серебра тоже, как бы то ни было, ни о чем. Золотые монетки тоже, ну, то есть, тоже как бы никак. Идол кошки Даркетта много дает. И сундуки много дают. Не понял. Идол кошки Даркетта. Это я вижу. Ну-ка, погоди-ка. Сундук полный сокровищ. Я его здесь не вижу. Ну-ка, погоди-ка. Сейчас у меня 27 тысяч. Вот так, поднимаем сундук. 27 тысяч. Сундук не работает. 32 тысячи. Сундук заработал. Обалдеть. Причем, видели, я его поднять не могу. Вот сундук полный сокровищ. Я его поднять не мог. Просто так. То есть я его поднял, как установленный уже. Сейчас что будет? 37 тысяч. Ей! Мы получили плюс 10 тысяч за сундук полный сокровищ. Это не та чистка, которую я хотел. Убираем золотишком. Убираем серебришко. И слитки. И все еще до хрена. Есть что, у меня вот здесь стоит со слитками золото, потому что они до хренища чего занимают. И да, я сейчас все это дело поубираю. Так, вот. 30201. Забираем, допустим, вот это вот он. Отвоевать. А это... О, отлично. Уровень угрозы 5. Слитки золота, если я закину, то это прям будет там огонь огневищем. То есть, сейчас я вам покажу. То есть, это самое лучшее, что может быть, это слитки золота. Лучше слитков золота это... Кстати, еще можно идолов притащить. Но я посмотрю, буду ли я 10 левел проходить. То есть, вот, я закинул, плюс 25 тысяч, сразу же перебило все к чертям собачьим. Вот, это мне пока что не надо. Мне нужен 5 уровень. То есть 5 уровень это средний. Посмотрим среднячок, что нам даст. По идее, вот это вот, она никак не работает. То есть я здесь могу хранить все, что угодно. Что немаловажно.
Как это все работает и почему это работает? Есть ссылка в описании, я надеюсь, я не дебил. И BuyRockBuy, то есть у него это, мне это скидывали в комментариях уже раньше. То есть это все работает. Там вообще типа можно поставить их любых, но главное это копье длинное. Кстати, у некоторых я поставил легендарки. Ну вот, некоторые легендарки хуже, чем, чем вот эти пики. У него были копия Зета, Зата, ну извините, делать еще кучу вот этих сфер, это, ну извините. Да, оно возможно получше, но не для меня точно. Вот, куча текста, болтовни, не по теме, а может и по теме, кому как. Все, обменять сокровища, это... Похвастаться богатством. Все. Запустили чистку. Сейчас должен появиться лагерь. Вопрос, где он появится? В прошлый раз он появился там. Вот вопрос, где он появится. А где лагерь? Надеюсь, не на острове будет. Ага, во, все, блинский. Леса надо было посрубать, по ходу дела. Че-то я ничего из-за них не вижу. Эй, а где лагерь? Ну, отлично. Ну там же появлялся. Я поэтому на этом же месте и построился. Ой, ёп твою за ногу. А чё, так реально может быть? Чистка не запустилась? Так, ладно, подождем. Слушай, ну реально какая-то подстава. Где-то чистки. Она не запустилась. Причем в прошлый раз она запускалась же. То есть вообще проблем с этим не было. Ну да, я немножко выдвинул, туда-сюда сдвинул. Но я не думал, что это так работает. Неудача? Секунду. С английским у меня дерьмово. Я вот через Яндекс переводчик сейчас смотрю. Для этого нет доступного местоположения. Очистите, чтобы настроить их базовый лагерь. То есть просто тупо из-за того, что у меня вот эта вот херобора вышла больше, чем в прошлый раз. У меня не получается вызвать... Да твою мать! Я просто херобор строил. Кто же знал, я бы тогда вот так в длину ее делал. О, ёб твою ж за ногу, господи, прости. И такое может быть. Ну-ка давай посмотрим еще разочек, запустим. Потому что доступ сюда есть, то есть вот они двери, то есть с этим проблем нет. Идет разведка. Твою мать. То есть теоретически, слушай, я как понял, если ты, допустим, играешь на PvP сервере, где очень много построек, теоретически может построек и чистка не появится, что ли? О, ёб твою ж за ногу. Точнее, на PvE сервере. На PvP это ты можешь и зачистить, а на PvE сервере ты ничего с ними не сделаешь. Да, вот он огроменный минус такой чистки. Ужасно. Ужасно то, что мне сейчас придется ее переделывать. Не, самое ужасное это вот с этими идолами дебильными. С ними возни много. Эй, ты что, собрал в инвентарь и пошел. Так, значит, что? Пробуем вот там построить.
Вот это херобора-то какой, а? Ну ладно. Ну, с другой стороны, кто бы вам еще показал, что вот такая... Может быть. Пока вы сами на этого не наткнулись. Ой, ладно. Как-то быстро все это разрушилось. Главное, знаешь что? Чтобы вот эти сундучки не исчезли. Вот это будет самый прикол. Ой. То есть я очень надеюсь, что они не исчезнут. Так, во, все нормально, все стоят, все хорошо. Какой ужас. То есть самое тупое в этом деле оказалось это постройку сделать. Самое тупо сложное, я бы даже так сказал, это сделать постройку. Здесь просто у меня еще и поверхность такая неровная. Сильно-то постройку-то нормальную не сделаешь. Ну хотя, если сделать вот здесь начало, да, как вариант. Так, промежуточно. Установил всех рабов. На удивление все встали. И установил казну. Да. Сделал это побыстрее, потому что вот в таком состоянии намного легче все это сделать. То есть установить вот эти сундучки, установить рабов, вот в таком состоянии легче. Потом, когда все построится, застроится, это будет ужасно. Тяжко. По крайней мере, сюда их наверх завести. Я задолбался через стены прыгать вот это вот и все. Ну, прям честно. Так, ну вроде как все построил. Ой, секунду. Что-то микрофон я... Куда-то микрофон удвигался. В общем, все вроде построил. Давай пробовать запускать. Так, да, здесь все правильно, здесь все правильно. Отсюда залезть никто ничего не может. А эти должны мочить, у всех мочить. А, что мне? Мне сюда надо. Здесь у меня 5 левел. Все остальное там. Ну давай, пробуем. Если сейчас не запустит, то пошло все уже. Ну потому что в прошлый раз было еще сюда даже дальше. И вон там все нормально построилось. Сейчас где-нибудь вообще он там построится за водой. Это как это в этом же видео показывалось, как строишь коробку один на один в лаве и вызываешь чистку. И они все просто дохнут в лаве. Вообще прикольно. Серьезно? Серьезно? Я очень надеюсь, что они пойдут по дверям. Так, вызываем сразу же жестких, мощных, стильных, модных, молодежных, вот это вот и все, давай вперед. Во-во-во-во-во-во-во, нормас, нормас, нормас. Так, погоди-ка. Вот сюда надо делать так. Лучники, слышь, мать вашу. Так, вот, и стоишь вот так вот, наяриваешь. В целом, да, то есть, по идее, тут даже никто не должен умереть. Надо было сюда поближе ко входу делать. Не прям туда. Ну, кто же знал, что они прям здесь сетываются. Здесь просто пока вот это облако не уйдет, они оттуда не передвинутся. Но и так хорошо. Кстати, я достаю. Не, не достаю, да? Ну, я проверил. Можно было, по идее, этаж пониже сделать и уже доставал бы. Но и так, видишь, хорошо. То есть вот они стоят. Для чего, собственно, копии нужны? То есть они для того, чтобы мочили... О, кстати, я лук... Да ладно, вот именно сейчас я лук вытащил. Кстати, а почему бы нет? Погнали. А что мне с ними еще делать? Куча-куча паучков, вперед. И вот это туда одного. А это вот сюда.
Вот это я понимаю огонь. Пошел ты. Пошел ты. Туда в лагерь тоже. Во-во-во-во-во, повылазили. Родненькие. Да, Фекла, конечно, здесь поставил по-дебильному, если честно. О, сдохли там. Вообще красота. Иди, иди туда. Вот молодец. Так. Ой-ё, просто это промахнулся-то как. Да, факела, конечно, у меня здесь стоят по-дебильному. А что поделаешь? Сейчас я их уже изменить не могу. Не могу же? Ну да. То есть пока чистка, стройка не работает. Ё-моё, сколько трупов. Просто ужас. И во, видали? Хоть один помер. Да черта с два. Но при этом они изрядно мочат всех. Красота. Красота. Только яд надо подкидывать. Ай, тихо, 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 тихо. Можно немножечко повоевать. Почему бы нет? Так, для разнообразия. Косточки размять. Я специально для этого взял вот эту ларушку. Тихо, тихо, тихо. Владычица боевых рабов. На тебе. Боевых рабов. Стоять. Тихо. Вот это пошла жара. Яд закончился. Так, мне там дверь не поломали? Не поломали. Вот, отличненько. Так, да, накидывать-то смысла нету. А, точно, у меня что-то на ядом было это, смоченное. Ха, я и забыл. Нет, туда кинуть, это сюда кинуть, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, вот это тоже туда немножечко. Да не сильно-то и далеко-то полетел. А, ну да, я ж не спортсмен, легкоатлет. Кидаю-то явно недалеко. Можно спуститься вниз. Немножечко потыкать. Мочи всех. Да. Вот это я понимаю, красава. Стои такая. Я это. Я, если чё, при делах. Ой, блинский, блин. Вот, и дохнут потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Стенки мне не ломаем. Ну как-то я, короче, вроде бы достаю там, да? Жаль, от первого лица не могу включиться, когда у меня оружка в руках. Ну, вроде как достаю. Стоит еще такая наркоманка. Да ладно, ладно, все, короче, задолбали вот это вот. Придумали мне тоже. Ой-ой-ой, да посмотрите-ка, кто там. Ой. Да, можно было мне маску взять, конечно, так было бы получше, но... Ну ладно, камон. Подумаешь, чуть-чуть яда.
Ой-ой-ой. Чуть-чуть яда, конечно, это да. Ну, можно здесь попробовать. А, не проканает. То там проканает. Там проканает. И сюда обновим. Стрел много не бывает. Вот там можно пустить чуть-чуть. И вот так. На подходе. Да, слушай, 6 рабов с каждой стороны это много. Можно было сделать их по 3. То есть, и они бы подошли. И мне было бы место, куда это, подойти и мочить их. То есть, тут тоже немножечко это... О, дверь ты проломал все-таки, козел, пропустил тебя. Вот с этим нужно аккуратнее быть. Поэтому здесь и стоит, во-первых, 4 двери. А во-вторых, они вот на всей этой стоят. Протяженности. Да все задолбали, блин. Ну ёб твою ж за ногу, тихо. Так, вот у меня вопрос. Тапс, подожди. Там было какое-то это... сообщение. Этот случай не означает, что это... надо пойти и мочкануть этого... этого... мощного, сильного. Да, хорош! Ой, ёп, твою ж... Не-не-не-не-не-не-не, вот это вот, давай, короче, без этого. Это, конечно, было весело. Да, конечно, от полного перевода я бы не отказался. Но он будет позже. Это понятное дело. Ну, кстати, давай вылази. Молодец. Хоп, такой зашкирился. А, в процессе. Статус в процессе. Отлично. Не, идут еще, до сих пор идут. Просто там, смотрю, стоит чувак. А не нужно ли случаем его мочкануть уже? Типа это будет длиться бесконечно, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Длань войны, вот это вот, типа, мочкануть. Нет, а не оно случаем сейчас уже. Тихо! Только не стреляй! Спасибо. Да пошел ты. Ну, куда-то туда хотя бы немножечко. Ща, погоди. Ну, точно. И 5 ключей. Ну вот как-то так. Сейчас посмотрим ущерба. Носильщик 3-го левела.
Лучник. Ну, это понятное дело, здесь они и будут не очень все. Лучник второго левела. Набор красок, всякая фигня. Ой, сокровище. Яйцо паука. Питомец. Ну, это прикольно. Ну, давай взять все. Здесь куча шмоток, оружка. Ну, тоже как бы всякая фигня полная, это понятное дело. Так. Совершенно остальная булава. У меня еще один ключ командира остался. А чё я не открыл? О! Лежит! Так, ну это было три клетки, да? А чё я не открыл-то? Так, братан, давай, иди туда уже. Вот и следовать за мной тоже иди туда. Спутник не может пойти туда. Говорю, туда иди. Вот. Ты следовать за мной? А, в натуре. Смешно. Слушай, я не понял, куда еще пятый ключ? Пусто. Ну? Я понять не могу. У меня было 5 ключей, 3 клетки. Как говорится, либо я тупой, либо лыжи не едут. Но, может, здесь просто лишнее выдают ключа? Может, это вот? И это открыто. Кстати, что там за свиток? О! Сигильский казначейский сундук. Братан, где еще один ключ использовать? Слушай, ну я не знаю. Я реально не знаю, где еще ключ использовать. Может, он реально лишний. Напишите в комментариях. Может, он реально лишний. Дается. Ну, типа там шанс, что это заспавнится больше и так далее. Потому что, ну нету больше нигде. Все. Три клетки. Три сундука. Ой, два сундука. Один из них был этот. Такой открытый. То есть не с ключом. Ну, короче, как-то так. Ладно, давай смотреть ущерб. Что у нас здесь по ущербу получилось? А, мне нужен для этого молоток. Так, что у нас по ущербу? Немножечко повредили здесь. Ну, прям вообще копейку. Повредили ворота. Ну, тоже сравнительно. Ну, половина как бы. В основном на этой двери. Ну, и двери повредили чуть-чуть. Все. Что еще там из поврежденных, я смотрю, вот есть? Сокровища. А почему у тебя ноль? Ха. Погоди-ка. Сундук полный сокровищ, для кошки дыркета. А, то есть они всегда пишутся вот с таким ноль здоровья. Окей, все. Я понял. То есть это не баг, это фича. Все нормально. Так. Что у меня по чувакам? Чуваки вообще, то есть, они никак не повредились. Яд им хоть бы хны, это логично. То есть, это на них никак не влияет. У каждого по 1000 кажется было. То есть, они не потратили ничего, я бы так сказал. То есть, они бы потратили только в одном случае, если был бы яд немножечко. Ну и, как говорится, сюда бы прорвались. Все. То есть, из ремонта это здесь, здесь, здесь и дверь поставить на место. То есть, реально, эта штука рабочая. Это прям кайфовая штука. Мне прям понравилось. Все, это исчезло.
остались чуваки такие чисто в поле, такие, я не знаю, что мне делать. Вот. Поэтому давай вот. Добби свободен? Это что это такое? А, понятное дело. Вот, ты тоже. Добби свободен и... Ну ладно, фиг с тобой. Вот исследовать, пошли за мной. Вот. А в чем прикол? А в чем прикол, труп валяется? А, не, ничего не дропает с него. Просто труп валяется почему-то. Вот эти сферки вообще никак себя не показали. Что логично. И если у вас появляется в одном месте, это не означает, ну, вот это вот чисткам, то это не означает, что в следующий раз она появится там же. Что самое главное. Да, я на этого чувака надел. Почему бы нет? Кстати, Салли, это же чуть ли не один из первых, кто у меня был, да? Ха, почему бы нет? Пускай будет. Ну и че? У меня из последнего только осталось, ну, чистка 10-го левела, я не знаю. Ну, с такой постройкой, понятное дело, будет легко. Во-первых, что мне нужно, это, как я уже сказал, мне нужно реально поменьше их поставить. 6 это перебор. Вот хотя бы 4. То есть один вообще всегда стоял. Вот всегда стоял, то есть ему хоть бы хны было. То есть ему было на все насрать. Даже 4 это, по идее, перебор. Но 4 это на тот случай, если они прорвутся и уже будет куда идти. То есть по 4 с каждой стороны, как по мне, самое то, чтобы я мог подойти и бить копьем. Но они от яда хорошо дохнут. То есть эта постройка прям... Пуф, и 10 левел в легкую затащит. Поэтому единственное, что я скажу... Один такой из вариантов, что 10-ю чистку я буду оставлять на какой-нибудь другой сезон. Какой другой сезон? Ну, когда я скажу, вот, я давно в Конан не играл, я хочу поиграть на новой карте как раз. Вот, и вот это вот как раз будет означать новый сезон. Кстати, что это у нас такое? И куча всякого говна. Отлично. Больше захламляем инвентарь. Вот, я скажу, я хочу поиграть, и вот тогда уже будем делать чистку последнего левела, собирать все вот это вот остатки, пожитки и так далее. Поэтому 10-ю чистку оставим на потом. 5-я чистка показала, что все фигня, можно и даже лучше. Особенно если вот этот факел бы мне не мешал, вообще была бы красота. Если бы вот здесь вот еще бы поставил парапет, чтобы можно было так проходить пешком, еще было бы лучше. И с ядом немножечко получше маздрячить. Деревья надо было вырубить, они собаки мешали в упор. То есть, ну, все, мелочи, 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 и как бы да. То есть, с новой чисткой, прям, новая чистка кайфовая. Когда захотел, тогда и вызвал. А не тогда, когда ты такой, я пошел добывать ресурсы. Бум! У вас чистка через 10 минут. Твою мать, и возвращаешься обратно. Вот, чтобы такого не было. Сейчас у меня из того, что здесь на этой карте осталось, это вот здесь вот на маленький данжик. Маленький данжик. Сходим мы в него. И уже будем заканчивать. Я думаю, в этой серии все сделаем. В этой серии везде сходим. Все посмотрим. И уже в этой серии будем заканчивать. Этот сезон. Кстати, так, на память. Самое максимальное, ну, грубо говоря, 63,5 тысячи общая ценность. Я еще здесь арфы установил и так далее, ну, все, что у меня было, установил. То есть, самое максимальное, это 63,5 тысячи я получил. Так. Тебе мы даем вот это. Использовать. Сам использую вот это. Из еды, допустим, ты можешь вот это использовать? Интересно. О, точно, она и хавку могла использовать. Кайф. Кто б знал. Так, давай, выходи отсюда.
То есть она тоже может двойной урон увеличивать. То есть хавает эликсир, хавает хавку на увеличение урона. А я хаваю эликсир и хаваю хавку на увеличение урона спутника. Да уж, неплохо. То есть вот, хаваем этот эликсир. И урон спутника, урон спутника. А там сила, сила. Ох, гасить теперь будет. Ой, дай боже просто. То есть вот на характеристики. Повышение силы. Это понятно, урон силового оружия, урон силового оружия. Так, так, не сюда. А куда мне нужно идти? Это в провал, и там подъем наверх. Так, вот этот данжик. Открываем. Для него требуется 30 на вход. Я сначала тупанул, телепортировался, потом вспомнил, что нужно вот эти камешки кровавого кристалла. Да, кровавый кристалл. Активируем. Это вроде бы последнее, что я не посетил, так плюс-минус, я имею в виду. Из таких вот данжиков, по крайней мере, из того, что я встретил во время путешествия. Ну вот. И... Погнали. Вот, и я это не посетил. Здесь вроде бы ничего такого сверхъестественного нету. А здесь единственное, что, если я не ошибаюсь, здесь можно пофармить эти самые кровавые кристаллы. Здесь будет что-то типа несколько волн и все в таком духе, то есть, ну такого, короче. Понятно. Эй! Я тебе пройти не могу. Кстати, а где мы вообще находимся? Кто бы знал. То есть мы находимся в белом каком-то... Ну, где-то вот здесь, около вулкана, типа. Новые козлы, конечно. Я надеялся, что будет светло, факел, все дела. А он... солнечное затмение вызвал. Ну, не урод ли? Хотя, как, конечно, можно вызвать солнечное затмение, я это не знаю. Но он вот, типа это сделал. Благо, все-таки я додумался факел поставить на раскладку и типа нормас. И хор, конечно, здесь можно будет добыть. Слушай, ну потихоньку они все-таки вносят урон. Так, алло, солнечное затмение так долго не длится. Давай уже. Хорош пауки ползать. Отравлен, блин. Да пошел ты! Я сам кого хочешь отравить могу. Между прочим, ядом королевы скорпионов. Да ты задрал ли уже, а? И вот идут. Ну че за вот это вот? Может, что-то надо сделать, я не знаю. Чтоб они перестали идти. Да хорош уже, задолбали. Опрокидывают, раздражает это. Я время трачу на вставание. О, там какой-то козел был в центре.
Козел! Я его просто ни разу даже до этого не видел. Его, по ходу дела, мочить надо. Ну-ка, погоди-ка. А, его мочить не надо. Фу. Я-то думал, его мочить надо там. Ожили статуэтки. О, кстати, сейчас же светло. Щит могу хоть одеть. Давай, запускай своих марионеток. Всех замочу. Да пошел ты. Пошел ты, сказал. Щит пробивать хорош? Ой, да и уроды, короче, вы. Молния бабахает. А я бутыльки выпью. Да. О! Колдун! Замочил колдуна! Призрачный доспех? Слышь! А почему взять не могу? Череп мага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это что-то, короче, посерьезнее пошло, я смотрю. Ты могёшь? Ты могёшь, нормас. Ну, козлы. Там какая-то прикольная шмотка просто. Да все, все хорош. Легкий доспех, урон силового оружия, здоровье, ненасытность, урон оружия для проворных. То есть просто увеличение урона и здоровья. Хорошая шмотка. А взять нельзя. А что делать-то? Ой, оп, ты уж за ногу. Скверно накапливается еще. Не, там так, походу дела, не только скверно накапливается, там еще это что-то. Что-то и хпшечка уходила нормально так. А ты? А, я что, слишком рано тебя завалил, что ли? Этого завалил. Кстати, ну вроде бы големов можно разобрать, да? Да, вот кровавый кристалл, с них и дропается. С этих и хорн. Вот они, кровавые кристаллы. Короче, лишнее выкинем. Кстати, и хор плюс этот кора намного лучше в плане добычи масла. Я манал еще вот эти вот рыбы и возиться. Столько возни, это просто кошмар. О! О! О, я там что-то видел. Статуя змеелюдов. Сокровище! Сокровище! Кайф! И золотая руда. Давай, короче, все зачистим отсюда. Может, это вообще какая-то фигня непонятная. О! Две статуи! Кайф! Я только одну просто стою, что-то на колени увидел, и все. Драконий порошок. Ну, слушай, что-то старое, какая-то шляпа. Так тоже можно выкинуть. Пустоголовый. Так что дальше-то делать? Алло. Ну вот, она стоит здесь. И так не кислый урона вносит. А что еще?
Хотя выход-то где? А, вон гнида. Там что-то стоит. Дебил! Рано что ли замочил его? Ну так вы бы хотя бы сказали, что его пока бить не надо было. Слушай, ну какая-то хрень непонятная. Ну то есть просто я есть что выйти, не знаю даже откуда. Не, я могу сейчас прописать команду home. Окей. Ну это явно ж не так надо выбираться из пещеры. А сервера где нету home? А если ты играешь без home, то как выбираться? Или я что-то сделал не так? Так, ну я пока вижу кучу трупов. И по ходу дела вот эта вот статуя не одна. Или все-таки одна? Карабкаться здесь нельзя. Да, походу дела она не одна все-таки. Может как-то это, они по-разному стоят. И снова центр, и снова я тут. От херобора. О, ну чё, все-таки хрень надо было ломать. Просто я бью, а там что-то ничего не происходило. Уже просто думаю, ну какого фига. Давай посмотрим видос. Ага, ломать надо. Вот это тупость. Угу. Вот, то есть ты как бы машешь, а толку ноль, то есть никакой какой-то реакции нету. А хоп, и она ломается. То есть я с таким же усердием могу вот сейчас ему махать, короче, типа, только его ударяешь, там слышны какие-то удары, а это нет. И их должно быть вроде бы три штуки. Да, ну здесь легко ориентироваться на звуки. Отлично. Ой, ёп твой ж, дракоша, добрый вечер. Ты чё, дурак? Ну, кстати, не все трупы собрал. Да ладно, что, дракон, что ли, помер? Ну, окей. Слушай, а ту шмотку я, наверное, не мог подобрать из-за того, что у меня скверна, типа, маленькая. Это же все-таки пещера с колдунами связана. Наверное, то, что у меня скверна плохо накопленная, ну, мало накопленная, поэтому я ее не мог подобрать. Ну, это хоть какое-то объяснение. А пофигу, самое главное, что? Правильно, у меня сокровища копятся, сокровища. Да хорош базарить, мне что делать-то дальше? Железяка. Да. Ах
А, так в смысле я к тебе мог подойти, что ли? Да ёб твою ж за ногу, господи, я тебя это все выслушивал. Твою мать. Вот, и не могу эту взять. А, видали? Взять не могу. Твою мать, я стоял, его выслушивал. А тут оказывается... Ну, это хоть какое-то объяснение, куда мне идти, я не знаю. Я честно так и не... А, во-во-во, выход, все нормально. Нормально. Я вышел. Я жив. Где мой берсерк? Во, красава. Все. Мы живы. И вышли оттуда нафиг. Какая же тупость. Давай на хомить-то не могу, потому что у меня... блин. У меня потому что это... Того, перевес. Всякого говна налутался в большом количестве. Ух, прям. А нафига мне ресурсы? Господи, дебил. Так. Штаны курака, запас сил, урон спутника. О, ты посмотри-ка. Боевой мол, топор змеи-людом. Давай вот так сделаем. Здесь всякая фигня. Да, вот те клевые шмотки я подобрать не мог. Ну, с этим ничего не поделаешь. Вот, и самое главное, статуйки, статуйки, сокровищ, больше сокровищ. Единственное, что? Че, зря я их подбирал? Отлично, 12 слиточков. Замечательно. А че, почему бы и нет? Ну, погнали, посмотрим, что в итоге вышло. Да уж, статуи змеи людов вообще нифига не ценится. Тупо по тридцатке. То есть статуя кошки 5000, а статуя змеи люда, казалось бы, тоже статуя тридцатки. Ой-ой, жлобы. Так, что я слитки золота еще не скинул. Оп, и что в итоге? Ну, короче, почти 64 тысячи. Давай округлим. 64, все равно не запомню. Ой. Ладненько. Тоже все-таки хорошо. 2, 3, 4, 5. Хоп. Все-таки хорошо. Пускай будет так. Копечка я тебе оставлю. Вот такие вот, народ, дела. Вот такие вот были приключения, вот такие вот было, такое было выживание, крепость моя. Следующий раз такое строить вообще даже не будет, и смысла в этом нету. Слава богу, новые чистки. Это вот такая коробочка, и не паришься. Да, что-то изменит, пока я там доберусь до следующего сезона, обязательно что-нибудь да изменит. Вот такие пироги. Ну, вроде бы все. А вроде бы все пройдено. Единственное остается что? Правильно. Взять ключик и заюзать его. Погнали, 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 погнали. Сейчас только скину все в инвентарь. О, в это. Ну, чтобы освободить вообще все, 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 все освободить. Вот как-то так. Кстати, ну давай немножечко покажу, что есть в целом. Вот, видите, много картин дропается, много этих всех чучел дропается, чучел настенные, трофеев очень много стало дропаться. Так, стоит наверх. Здесь вот тоже разнообразное чучело. В зависимости от того, где бегаешь, там то и дропается. Ну, картин... То есть, по сути, ничего я не крафтил. Ничего я не крафтил, все это сделано именно так. Кстати, здесь у меня вот такая табличка дропнулась. Турма называется. Ну и так понятно, для чего она. А так, в целом-то все неплохо. Все очень даже неплохо. Прикольно, кстати, коврики тоже дропались просто так. Вот такие вот, народ, дела. Остается только что, правильно, использовать ключик. Будучи главой клана сначала. О, понятно. Клан надо распустить. Кинуть клан.
ксеногерц. Первый раз я покинул свой клан. А, все, юзаю, все нормально. Я просто клан покинул. Я просто покинул клан и не более. Да. Использовать, перезапустить. И вот. Все. В ночь уходит. Я бы сказал закат, но, извините, уже был закат. Да, что-то я не додумался, что он в ночь упадет. Снял браслет и довольный пошел через барьер, не умерев. Да, этот персонаж у меня пытался пройти через барьер случайно пару раз. Вот, ну, помирал. А теперь он ушел. Ушел далеко. Я его накормил, напоил, и он пошел путешествовать дальше. И все. То есть здесь мы уже создаем нового персонажа сразу же. Писали, типа, можно перейти на это, но... Но что-то как-то мне здесь ничего не высветилось. Ну, типа, на другую карту можно перейти. Но мне этого не высветилось. Ну, я в любом случае хотел моды все менять, все переделывать. И чтобы, когда я буду создавать новую карту... Кстати. А если я нажму продолжить, то что будет? Вот, то есть я когда создам новую карту, я хотел начать все сначала. То есть переделать все моды. Ну, уже, так сказать, с немножечко хотя бы опытом игры. Да, вот тебе, как говорится, продолжить. Что, как, да где. Кстати, если я создам... Секунду. Я реально попадаю в этот же мир. Я нажал продолжить, создал рандомного персонажа, и реально я попадаю в этот же мир. То есть... вот они. То есть у меня ничего не изучено. Это новый персонаж, но попадает он в этот же мир, в эту же карту. Ха, прикольно. Но я хочу дойти оттуда и посмотреть, что там-то как там. Так, вот она стоит, моя постройка. Единственное, что я заметил. У меня появилась в рецептах какая-то праздничная лохматая собака. В рецептах у меня... Вот она. Что здесь? Так, ставим здесь, на всякий случай, вдруг меня сейчас завалят. То есть это вот все, что изучено. То есть... Почему оно изучено, кто бы знал. Ну, вот это понятное дело, вот это понятное дело, почему оно изучено, это я знаю, потому что это давали за боевой пропуск. Это давали на Twitch Drops, это боевой пропуск. А это откуда? Не знаю. Такие вот пироги. Это не ваше. Но меня не атакуют. Хотя они настроены атаковать всех. Ну, это ж ПВЕ. Поэтому я ничего нанести не могу. Это не ваше. Ничего с этим сделать не могу. Но, в общем, поселение будет работать. Это не ваше. И все просто замечательно. Ладно, на этом уже с вами буду продолжать. Да, чернокожий, потому что это просто рандомный человек создавался. Что будет дальше, кто же его знает, там будет видно. Но, возможно, отдельное видео своими размышлениями я выпущу. Посмотрим. На этом уже Конан заканчивается. Следующий сезон точно будет не Бакон, но будем от него отдыхать, а там будет видно, что, когда, где. На этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр, кто смотрел весь этот сезон, кто ставил лайки, кто тем более комментировал, давал советы и так далее. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.